пока ситуация не изменится кардинально с воспитанием, с пониманием девушек, мужчин, с вот этим разделением, то нам нужно это сделать. Я в детстве училась в частной школе до 6 часов вечера, приходила домой, у меня не было друзей во дворе, я постоянно сидела за компьютером, постоянно играла в игры, лазила, разбирала его, когда интернета не было. И я думаю, это каким-то образом повлияло на меня потом. Самая главная цель – это сделать функциональный и действительно полезный спутник и запустить его. Вторая цель – это показать людям то, что девушки тоже могут заниматься техническими специальностями, и у них это достаточно хорошо получается. То, что вдохновить девушек на то, чтобы они шли учиться, работать и не боялись конкуренции. Спутник-то мы в любом случае запустим. Я в этом не сомневаюсь.